Многим сочинцам хорошо известен торговый дом «Людмила Плюс». Он привлекает своим разнообразием, интересной ценовой политикой и новинками. В торговом доме «Людмила Плюс» постоянно проводятся различные акции. На этот раз акцию объявил сам завод-изготовитель. Теперь в магазине можно купить плитку как напольную, так и настенную из новой коллекции с 25% скидкой. Так что нет смысла бегать по магазинам в поисках подходящей плитки. Известный в Сочи торговый дом «Людмила Плюс» в течение 3 дней ждет покупателей, чтобы познакомить их с новыми дизайнерскими решениями. Эта керамическая плитка соответствует последним мировым трендам. Интересная, яркая, а главное, качественная, сделанная по стандартам и ГОСТам Российской Федерации. Покупателей много, им товар нравится. Плитка и качество хорошее. Каждому хозяину понравится. Когда я там заказчик, я принимаю объекты, делаю. Да, конкретный магазин очень хороший. Если раньше новая плитка стоила 1500 рублей, теперь 1000. Та, что продавалась по 620 рублей, теперь 395. А вообще на каждую плитку своя скидка. Выбор есть, как и есть желание привлечь покупателей неожиданными предложениями. Большой выбор в «Людмиле Плюс» – напольные и настенные плитки большого формата. Много нового поступления для тех, кто решил обновить душевые кабины и раковины. Они действительно красивые, удобные и очень привлекательные. В торговом доме «Людмила Плюс» не просто подскажут, какой выбрать товар, но и дадут ряд профессиональных советов, как лучше сделать ремонт, и неважно, в квартире, доме или даже в гостинице. Торговый дом «Людмила Плюс» ждет своих покупателей по старому адресу Донская 3/3. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.